Здравствуйте! Сегодня 11 августа, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Maxi Forex. На вчерашних торгах пара евро-доллар продолжила активное снижение на фоне сокращения коротких позиций по доллару. Перед заседанием FOMC трейдеры старались выйти из открытых ранее сделок на продажу американской валюты. В результате к началу американской сессии пара зафиксировала минимум на уровне 1.3074. Однако ситуация резко изменилась после публикации решения комитета. Евро резко рванул вверх, протестировав уровень 1.3226 после того, как Федеральный резерв сообщил о своем решении вновь вернуться к накачке финансовой системы ликвидностью из средств, которые он получает по истекающим облигациям с ипотечным покрытием. Подобное заявление стало весьма значимым для Федерального резерва шагом, поскольку всего несколько месяцев назад он активно обсуждал различные стратегии отхода от политики стимулирования в условиях экономического восстановления страны. Теперь же его оценка состояния и перспектив экономики США заметно ухудшилась, что привело к восстановлению курса единой европейской валюты, которая к концу дня полностью отыграла потери вторника, укрепившись до уровня открытия дневной торговли. Впрочем, долго наслаждаться восходящей динамикой евро не удалось. Уже на сегодняшних торгах в Азии пара вновь начала снижаться. Сегодня, после коррекционного подъема в ценовую зону 1.3160-1.3206, ожидаем продолжения снижения пары. Целевые уровни снижения 1.3074, 1.3038 и 1.2920. Британский фунт подешевел вчера на азиатских и европейских торгах после того, как слабая статистика по рынку жилья спровоцировала активные продажи валюты. Пара начала снижаться, даже несмотря на публикацию более сильных, чем ожидалось, данных по внешней торговле Великобритании. К тому же и результаты аукциона по продаже британских облигаций, разочаровавшие рынок, усилили давление на британскую валюту. В результате пара фунт-доллар на снижении достигла уровня 1.5710. В ответ на решение ФРС фунт резко изменил траекторию и вновь вернулся к уровню открытия дневной торговли 1.5908. Однако удержаться на этом уровне не сумел и возобновил снижение. Сегодня мы ожидаем усиления давления на пару фунт-доллар в связи с выходом запланированного на среду инфляционного отчета Банка Англии. Предполагаем небольшую коррекцию вверх, а далее новое снижение пары целевым уровням 1.5710, 1.5624 и 1.5524. В экономическом календаре среды Япония публикует динамику объема заказов на машины и оборудование. Великобритания представит июльские данные по уровню безработицы, предыдущий показатель 7,8%, количество обращений за пособиями по безработице и уровню средней заработной платы. В США будут опубликованы сальдо баланса внешней торговли на уровне предыдущих значений и данные по исполнению федерального бюджета, которые, как ожидается, продемонстрируют существенное увеличение дефицита бюджета от уровня предыдущего периода. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.